здесь нас ждет автобус на нашей 25-й платформе карате. Вся наша команда уже там. Мистер президент нас встречает. Очередную. Да, давай, всем на привет. Тренировку. Мы за золотом едем. Ага. Готовимся. Вот Рафаэль. Привет, привет. Салам алейкум, всем привет. Отлично. Курба мэрим. Привет, привет. Сенсей мэрим. Не кори, не кори, не кори. Сенсей мэрим. Фирдовси. Привет, привет. Готов? Одет. Поехали. Поехали. Так, меня снимает сегодня Рафаэль Аghayev. Да, лично. Как мы едем на тренировку, лично. Ехать на минут 35. Что, он сейчас будет рассказывать еще смешные истории всякие веселые? Так самочувствую, Ира. Нормально. Вот плохо я, конечно, вчера поспала днем, и поэтому ночью... Ты каждый день плохо. Спишь и говоришь, плохо спала. Меня Рафаэль никогда не снимает. Я снимаю тебя. О, меня снимают. Серьезно. Не кури, не кури. У нас Брэд Питт. Это ты большой брат, или Фирдовсе? По-русски, по-русски, пожалуйста. По-русски это... Завтра. Удачи тебе. Мы тебе верим. Спасибо большое. Ты знаешь, что я... Мы в вас верим. Давай тебе расскажи. Я в тебя всегда верил больше, чем в себе. Спасибо. Гель, снимаешь? Да. Расскажи, как тебе тут вообще, как в деревне? Всем привет. Здесь очень круто. Круто, если честно. Все хорошо, чувствуем себя хорошо. Я серьезно как думаю, у нас... Мы три человека по спортсменам. 5-го будет Фирдовсе Фарзаliyev, 6-го я буду, а 7-го наша легенда Ирина Zaretska будет. И мы всем верим друг в друга, все будет хорошо, иншалла будет золото. Береги себя, увидимся. Отлично. Николи. Ну, мы уже тут третий день в деревне. Что я могу сказать по поводу адаптации? Адаптация пока проходит мимо нас. Не знаю, когда она к нам заглянет, но пока тяжело. Может быть, я думаю, это из-за нервов или из-за стресса какого-то, потому что, например, в прошлый раз в Токио было очень легко, там буквально пару дней и уже перестроились. А сейчас все-таки это все атмосфера давит, но я думаю, что пару дней и организм уже придет в себя. Но в принципе, что нам надо? Только на тренировках выкладываться, кушать хорошо и спать. В принципе, это все есть, только не в нужное время. Ну и самое главное, это хорошее настроение и, как говорят японцы, не кори. Смайл. Не кори. Не кури. Не кори. Распишись там, мы сейчас идут. Азербайджан. Вахтбаджан, Сайда. Момент. Так, мучаю тиру. Рукой можно? А серьезно? Один чемпион отдает другому. Игра продолжается. Не ошибайся. О! Денис, погрейся. Давай, 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 давай. Денис, через дыра. Так руками нельзя. Ты же не вратарь. Свеженький.